Уважаемые коллеги, мы находимся на участке региональной дороги Саратов-Тюрлю. Дорога была построена в конце 2000-х годов. С того времени этот участок дороги только содержался, ремонты на этом участке не выполнялись. В настоящее время в рамках реализации программы «Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт данного участка. Программа «Безопасные качественные дороги» была первоначально рассчитана на города-миллионники, но благодаря тому, что Валерий Васильевич при взаимодействии с Министерством транспорта Российской Федерации уделял очень большое внимание этой программе, и Саратов попал в программу «Безопасные качественные дороги». На эту программу в этом году выделен 1 000 000 000 рублей из федерального бюджета. Софинансирование из областного бюджета также будет составлять 1 000 000 000 рублей. Будут отремонтированы дороги в городе Саратове, в городе Энгельсе и региональные дороги в радиусе 50 километров. Всего мы будем ремонтировать в этом году региональных дорог на 6 участках, в том числе будут ремонтироваться очень проблемный участок дороги на песчаный умет, выезд из Саратова на Волжский тракт, Саратов-Дубки-Липовка и дорога, на которой мы сейчас находимся, и участок дороги Самара, участки дороги Самара, Пугачев-Энгельс-Волгоград. На сегодняшний день на всех участках дороги работы начались. Единственные темпы работ сейчас сдерживаются вот теми погодными аномальными условиями, которые в этом году мы наблюдаем. Через день у нас практически дожди. Тем не менее, значит, вот на данном участке до 20 июня подрядчик обязуется закончить ремонт. Сейчас вот вы видите, по полным темпам вчера были дожди, сегодня уже с утра какие-то погодные условия позволили. Асфальтоукладчик, весь комплект техники сегодня здесь. Здесь, значит, предусмотрен первоначально фрезерование изнушного слоя покрытия, затем выравнивающий слой из асфальтобетона и покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Ну, щебеночно-мастичный асфальтобетон мы сейчас повсеместно начали применять, в связи с тем, что это довольно-таки новый материал, который позволяет увеличить сроки эксплуатации дороги, в том числе он более сдвигоустойчивый по сравнению с обычным асфальтобетоном, на нем менее отражает, проявляются отраженные трещины. В рамках ремонта здесь будут приведены также в нормативное состояние обочины дороги, будет нанесена новая разметка, и жители Саратова получат на въезде, где наибольшая интенсивность движения со стороны федеральных трасс, комфортный участок, по которому надеемся, что будет снижена и безопасность дорожного движения, ну и самое главное комфорт и затраты по содержанию дорог, которые ежегодно мы тратили на ямочный ремонт, они будут сведены к нулю. Самое главное, действительно.